Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами хотим поделиться одной волшебной практикой. В эту практику, с кем мы делимся и рассказываем, вы знаете, она действительно работает. И при этом работает достаточно быстро. Вы можете увидеть эффект от этой практики. С помощью этой практики вы можете привлечь нужную сумму в свою жизнь. Наверное, каждому из нас хотелось в жизни, чтобы ему, например, увеличили заработную плату, да, или чтобы ему вернули долг, например, или чтобы вообще человеку стали приходить крупные суммы денег. И мы с вами это понимаем и осознаем, что вроде бы в этом мире очень все сложно, особенно это касается тех людей, кто нас слушает и живут в маленьких городах, в селах, в деревушках, где, казалось бы, очень сложно заработать деньги. Но вы знаете, каждый из нас является волшебником. Как бы вы сейчас не скрутили свое лицо и сказали, да не может быть, ну как же, мы же не живем с вами в сказке. Вы должны сами поверить в то, что вы это можете. И вот эта практика, о которой мы поговорим далее, она поможет вам привлечь в вашу жизнь деньги. Очень часто многие из нас вот зацикливаются на цифре. Ну, например, вы получаете зарплату в 15 тысяч рублей или в 20 тысяч рублей, и для вас это предел. И вы даже в своем подсознании не готовы принять ту информацию, что вы можете зарабатывать 100 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, полмиллиона и так далее. А есть люди, которые это зарабатывают. И при этом они зарабатывают, улыбаясь, веселясь, занимаясь каким-то своим хобби. Наверное, в вашем окружении есть такие люди. Но вы никак не можете понять. А знаете почему? Самая большая ваша ошибка – это то, что вы не можете принять, что вы можете зарабатывать больше. К нам вот часто вот пишут, я на пенсии нахожусь, что мне делать? Ну и что, что вы на пенсии? Многие люди зарабатывают деньги, занимаясь своим любимым хобби. Кто-то, например, рисует картины. Кто-то вяжет, кто-то занимается, допустим, комнатными размножением, да, и выращиванием комнатных прекрасных, красивых растений, которые человек хочет у вас купить. Даже стучится в окно, спрашивая, что это у вас за такое растение, мы бы хотели его купить, понимаете? И вот так начинается. Поэтому что мы делаем? Самое простое, сегодняшнюю практику, мы предлагаем вам открыть ваш кошелек и посчитать, сколько у вас денег в кошельке. Кто-то посчитает и скажет, что всего лишь 500 рублей, кто-то 1000, а кто-то, может быть, 10 тысяч рублей, и это нормально. Но в этот же момент задайте себе вопрос, а сколько вы бы хотели зарабатывать денег на данный момент для себя и для своей семьи. Если вы сами для себя приняли решение зарабатывать больше, то, друзья, отлично. Значит, продолжаем считать деньги в нашем кошельке. Вы, конечно, спросите, а как это сделать, если у меня в кошельке только условно 1000 рублей? Ничего страшного. Заново пересчитываем. Например, 1000, 2000, 3000, 4000. Но мы это произносим так уверенно, как будто реально эти деньги у вас существуют. То есть вы заставляете свое подсознание поверить в то, что у вас в вашей жизни есть деньги. Это очень важно. И когда вы переосмыслите это и поймете, что вы действительно можете строить свою жизнь, вы действительно начнете зарабатывать деньги. У вас появятся новые возможности, появятся новые знакомства, люди, которые подскажут вам, помогут. Очень часто вот нам в комментариях и на электронную почту люди пишут о том, что благодарим вам. А почему благодарим? Потому что мы провели ту-то и ту-то практику, мы осознали, у нас произошел звонок, мы поговорили там с подругой, со знакомой, и она предложила такую вот работу. И оказалось, это работа, которая вот приносит человеку удовольствие. Друзья, попробуйте пересчитать деньги в своем кошельке, но обманите свой мозг. Перестаньте думать, вот, что только вот так и только у вас есть рамки. И когда вы начнете это делать, осознанно, с любовью, с радостью, то ваша жизнь изменится. Забудьте о том, что в мире что-то происходит, что-то не так. Но вы же живете, у вас же есть другое видение всего этого мира, прекрасного мира. Друзья, мы всем вам желаем удачи и обязательно начните проводить эту прекрасную практику.